Меньше недели остается до церемонии открытия летних международных игр «Дети Азии». 8-й по счету спортивный форум пройдет с 25 июня по 7 июля в Якутске. В столицу Республики Саха съедутся участники из 21 страны. За медали будут соревноваться островитяне. Сахалинские волейболистки составят костяк дальневосточной сборной. За подготовкой к турниру наблюдала наша съемочная группа. В последние дни волейбольная сборная окружена вниманием. Тренировки посещают первые лица региона. В четверг занятия открыли фотосессией. Такой активности команда не пугается. Раньше такого не было и как-то чувствовали себя, ну вот, обычной командой. Сейчас, когда приходят вот так снимать, да, просят интервью, губернатор приходит разговаривать, конечно, это волнение, но в то же время мы понимаем, что все за нас переживают и все будут за нас болеть. Сахалинки на играх в Якутске выступят в составе сборной Дальнего Востока. Эта команда на 90% сформирована из островных волейболистов. Их по праву называют сильнейшими в федеральном округе. Это доказывает хотя бы регулярные победы на первенстве ДФО. В составе есть и те, кто знаком с большими матчами. Среди них Таисия Дробышева. Несмотря на возраст, девушка уже играет на взрослом уровне. Минувший сезон она провела в высшей лиге, но дети Азии для нее стоят особняком. Потому что там межрегиональные соревнования между странами, в вышке А у нас такого не было. Ну, у нас козырь, я думаю, наша сплоченность очень хорошая. То, что у нас тоже хороший блок, я считаю, нападение. И, думаю, мы сможем с ними потягаться. В последние недели команда перешла в режим интенсивной подготовки. Коллектив в полном составе переехал на тренировочную базу на Санте. Занятия по 2 раза в день проверяют наработанное в товарищеских матчах. 24-го у нас будет такой расслабляющий день. Мы девочек отпускаем. И 25-го поздно вечером у нас уже вылет. Потом мы приезжаем, мы попадаем на открытие соревнований. Мы будем участвовать в открытии. А потом на следующий день опробование. И сразу уже соревнования начнутся. Церемонию открытия 8-х летних игр «Дети Азии» проведут 26 июня. Волейбольный турнир начнется 29 числа. Его финалы разыграют 6 июля. Влад Французов, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин. Солнце ТВ.